На утренних торгах во вторник ценовая динамика единой валюты резко изменилась. Непрекращающийся позитивный поток новостей из Греции позволил остановить падение пары и развернуть евро-доллар на восходящее движение. Стало известно, что накануне, после закрытия европейских торгов, международное агентство Fitch повысило рейтинг Греции сразу на две ступени, подтвердив при этом стабильный прогноз по уровню рейтинга. Кроме того, был повышен кредитный потолок Греции, а также было отмечено, что в стране проводится реформирование рынка труда, перестала расти безработица, восстанавливается стабильность финансового сектора. Все четыре основных греческих банка уже полностью рекапитализированы. Сообщение об этом повысило оптимизм участников торговли и вызвало активные покупки единой валюты. Курс пары начал резко расти и вскоре восстановил все потери предыдущего дня, зафиксировав максимум на отметке 1.3613. В нашем прогнозе на среду предполагаем попытку евро-доллара протестировать на подъеме уровень вчерашнего максимума 1.3613. Если удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, последует продолжение подъема в направлении ключевого уровня сопротивления 1.37. Если же пробой не состоится, курс единой европейской валюты развернется на снижение к целевым уровням 1.3575, 1.3555, 1.3524 и, возможно, 1.35 ровно.